Так, одеваем кимоно и кроемся. Кимоно одеваем. Нету, я причем. Я тебе что, купить должен? Нет. Нет, а что ты? Что ты встал? Ушел? Вы вдвоем сюда. О, Коля. Пацаны будут как
работать нормально, а тебе будет там, ты возьмешь там коврики побольше, еще что-нибудь. Учиться ты. В голове ничего нет. Ты же не учишься. Ты, может, еще экзамены не сдашь. Кому ты нужен такой? Кроме папы, мамы. А будешь ухаживать за тебя, брат, вот будешь как нянька. Будешь учить первого класса как раз. Он учится, а ты будешь снова учиться. Может, выучишься, может, что-то поймешь. Что надо учиться, да? Так, если, есть тогда какая-то возможность работать более-менее, заработать деньги. А теперь же потом папе с мамой надо будет помогать. Они же будут старенькие. А сейчас до пенсии дожить. Пацаны. Это не советское время вам. Так. Значит так, еще раз. Сегодня вы сдаете контрольные нормативы. Сейчас скажу, что вы сдаете. Первое, это по-японски. Укэми асигурая и напоя на инти стенгадря. Страховка. Растагалири на инти. Три, ой. Общая оценка, то есть вы делаете раз кубарок, два кубарок, три. Дальше. Арункари и на инти. То есть выведение из вперед. Три броска. Выведение из равновесия вперед. Будете ходить, будете знать. И задняя подножка. Так, паркари. Болевой прием. Или трангуларя ламына. И последнее. Фети. Чич, зечи, чинс призечи. Боец зечи, чинс призечи, довы зечи. Это флотель. Флотель. Пресс и ашизе. То есть сразу раз, два, три. Вот с такими результатами, вот, в детский садик пускают. Да, то есть считайте, да, пенсионеры иногда делали. Да, вот видите, у них уже силы. Так, внимание сюда, Алинере. Алинере. Древ. Значит, у вас экзамен, сейчас вы самостоятельно разминаете, самостоятельно, за это тоже оценка идет. Болтаешь, значит, дальше, я буду смотреть дальше, потом покажу родителям, как вы тренируетесь, как вы что, и скажу, извините, дальше не могу больше работать. Еще раз, хотелось бы иметь много чемпионов, но это тяжело, но вы должны работать. Вы должны научиться. Девочки должны быть физически готовы, должны знать приемы. Кто чемпионом будет? А где Беатрича? Больная. Чем она болеет? У нее ковидом. Что значит простуда? Температура у нее. Кушала мороженое, что ли? Или курила на улице? Я тоже курила. Да. Боец. То же самое. Есть стремление, будет работать. Не все могут стать чемпионами, но есть стремление тренироваться, приходить, не пропускать, значит, все нормально. То есть здесь проблем нет. Человек должен приходить и работать. Не может чемпионом стать, он должен помочь стать кому-то чемпионом. Вот поможете Вике стать чемпионом. Все. Значит, с нас пицца. Бургеры, да. Все, естественно, мы с Викой вам поставим тогда пиццу. Вот такую. Вот такую. Так. У тебя может получиться. Ты на сторону, на стрелу. Вот у нее. А да. И Беатрич. Вот три человека, которые... Аделина я не видел пока в борьбе. Ну, в борьбе. Посмотрим, если она зла. Вот он может быть. Он может быть. Он может быть. Вадим, он не сразу, но потихонечку. Григорий тяжело, потому что у него мысли пока не на сердце там летают. Вот Дан может быть хорошим фотографом, если фотоаппарат не разобьет, который из рук упадет. Петя. Петя, я не буду говорить. Все, Алинеря. Алинеря, Дреб, Ре, значит, самостоятельно начинаете, должны пробежать 3-4 круга, нет, потом я просто распределю здесь, 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 вы самостоятельно разминаетесь.
Çok acıma. Çok mu zor usta? Махи ногами.
Махи ногами, правой ногой, левой ногой, а потом уже становится шпагат. Наклоны не делала, мельницу не делала. Как я могу хорошую оценку ставить? Все снимается, ребята. Чтобы вы просто знали. Потом вы мне скажете, что я делала, а я говорю, как? Посмотрите внимательно, мои дорогие. Найдите то место в видео, где вы делаете. Я его вырежу. У вас будет 30 секунд из 2 часов. Хорошо. Вот после этого в партере колени разогреть. Что? Сесть, ножки вперед, повороты вправо-влево. Лечь на животик, ручки в сторону, достаем ножками. Оп, оп. Поворотики стынга, дряпка. Шею разогреваем. Это было? Да. Как?
Морфи. Стоп, все, работаем! Аделина, пока я не скажу закончить, делай, делай, делай. Матвей, встали. Значит, девочки, вот здесь в одну колонну, вот здесь. Вали, лицо ко мне, пожалуйста. Встали друг за другом, колонну, колонну. Так, стих. Раз, два, три, четыре. Вот эти четыре человека. Вы становитесь вот здесь. Колонну, колонну. Лицом ко мне, лицо в одну колонну, друг за дружкой. Вот так. Да. Вы становитесь здесь рядом. Да, я рисовал, кстати, да. Вы становитесь вот здесь. В одну колонну. Вот здесь, друг за другом. Значит, внимание сюда. Внимание сюда. Делаем кувырок раз. Становимся, два шага. Кувырок два. Здесь третий кувырок. Когда Ярослав сделал первый кувырок, второй, вот когда второй кувырок делает, тогда только Григорий начинает. Итак, мы сделаем по-другому. Так, первый номер, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Итак, первые номера руку подняли. Пошли кувырки вперед, три кувырки. Раз. Два. Три. И вернули. Вторые номера руку подняли. Аджина. Третья номера. Аджина. Четвертое. Аджина. Вот кто сейчас стоит первый, делал, не делал. Стоит раз, два, три. Следующий. Аджина. Не надо поднимать, все уже вот вы втроем делаете. Ходить на тренировки надо. 60 раз. А я тебе скажу, пацаны, очень много пропускаешь. Еще раз. Вот ты перед этим качалась там, хихикал, и вдруг как его начинает болеть. Что, сейчас крест делать? Уже мы. Ты голова, да? А когда пишешь, он правда. А когда думаешь, я может не болеть. Что стоишь, Петруша? Делай два кувырка до заклятия. Вася, вот ваша шеренга делает
два шага вперед, до упаса. Вот так. Стоп. Два шага, не 10. Ты ж высокий. Дай. И делаем страховку назад. Пошли, повторяем. Хаджина. Теперь падаем вперед. Хорошо. Стоп. А теперь все разворачиваются, вот ваша шеренга разворачивается лицом ко мне. Лицом ко мне. Садится на колени. Ашизаса пижину. Вы разворачиваетесь вот ко мне лицо туда, вы сюда, и теперь, вы не бейте сильно, и страховка сильно, пошли.